самый нет, нас судьба сталкивает. Это вот где Елена Петровна сын учился, Юра Халтон, это был мой первый класс в шестой школе, а они были в параллели. Мне дали вот два класса, много, такие все парни. Интересный очень был класс, мы даже вот он учился в Б-классе, мой был А. Мы с Б-классом как-то больше даже дружили, как класс руководитель же приходится там то и дело ругать, а с ним только предмет. И мы так получалось, когда на вчера встречи приходили, Б-класс прям целиком заваливались, скажем, так же бы сказать. Мы очень интересно с ними жили, это я была молодая, глупая, столько ошибок там было, но вот как кто-то здесь правильно сказал, у нас профессия такая, что не только мы учим их чему-то, особенно в первые годы, в первые десятилетия. Если человек может учиться у своих учеников, я думаю, что из него что-то получится. И вот правильно сказал Алексей Николаевич, вот эта улыбка его, это добрейший души человек. И мне кажется, сегодня счастлив больше даже не ты, а твои родители. Я бы она так родителям сказала, я говорю, это невозможно описать словами, наверное, те чувства, которые испытывают сами родители. Очень активные они были всегда. По молодости же ошибки делаешь, очень тактично все как-то могли подойти. Мы и в Казани стыковались с Айратом. Как-то вот я считаю, что мне везет на хороших учеников. Мне было настолько приятно, я ВКонтакте прочитала после твоего приглашения. Как-то недавно он мне звонил, приезжал, я где-то летом. Не смогла. Он каждый раз, когда звонит, приезжает. Ну, кто вроде нас связывает? Каждый раз приезжает. Я не смогла с ним пойти на встречу. Он всегда, если я на посадке. Я говорю, не обижайся, что у меня мужа юбилей, зато точно не могу. Все, вот обиделся. И тут звонит. Я говорю, вас приглашаю на персональную выставку. Я очень рада за тебя. Мы все очень рады. Действительно, все слова сегодня искренние. Я не только желаю, я уверена, что у тебя все будет. Все еще впереди, самое лучшее. Спасибо. Молодец. Спасибо всем родителям, спасибо. Спасибо вас. Да, еще Василий Михайлович, большое спасибо. Я уже персонально сказала. Лицом к лицу лица не видать, большое видится на расстоянии. Вот мы рядом бы не замечаем, если бы не нашлось такого человека. Вот жил в городе, жил бавлинский художник, который вы в конкурсах выиграли в больнице. Ладно, сейчас интернет есть. Да. Так что вы молодец. Спасибо.